Лыжня РСГМУ объединила студентов разных курсов и специальностей. Здесь будущие стоматологи, педиатры, фармацевты. На старт профессиональные спортсмены выходят вместе с любителями. Ведь главное – получить удовольствие от гонки и зарядиться хорошим настроением. Задорно, наверное, от того, что мы вместе, прежде всего. Поэтому это могут быть лыжи, это могут быть и санки, будет бег. Ну, вот, как говорил, будем придумать что-то еще. Самое главное, что мы чувствуем плечо друг друга, мы чувствуем, что мы одна команда, и это помогает нам. Лыжня уже стала традицией. Четвертый раз она проходит за городом, в окружении вековых сосен, на базе отдыха и здоровья. В этот раз соревнования провели в поддержку зимней универсиады и в преддверии лыжни России. Я уже прошел этот круг, по которому сейчас побегут студенты. Лыжня проложена очень квалифицированно, два следа, то есть можно будет обгонять, не наступая на пятки никому. И лыжня ровная, без ухаб, без ям. В рамках соревнований предусмотрено несколько забегов. Самые опытные спортсмены бегут 3 километра на время. Лучший результат 3 минуты и 16 секунд показал Игорь Орлов. Победителем он стал второй год подряд. Среди девушек лучше оказалась Алена Куликова. Конечно, первые метры тяжело очень давались, потому что я начала резко сразу. Вот, потом как-то влилась вместе с ребятами, друг за другом мы держались. Тут дух здорового соперничества, очень здорово. Желающие полюбоваться пейзажами могли пройти лыжню без учета времени. А для иностранцев провели мастер-класс «Первые шаги на лыжах». Студенты из Египта, Ливана, Туниса, Индии смеялись и пробовали снова и снова. Это сначала было чуть-чуть тяжелее, потому что это первый раз, но мы уже попробовали, и очень интересно. Очень сильно понравилось, хотя, ну, тяжело как бы, но, наверное, все кажется тяжело сначала, но со временем получится, и достаточно адреналин так вот поднимается, вот. И одновременно спорт такой веселый. У нас на родине, у нас есть кататься, я из Ливана, и там у нас в горах, и мы каждый год, когда мы были в школе, там ездили в экскурсии, там кататься. Да, да, у нас так бывает, и нам очень нравится. Лыжня РСГМУ еще раз доказала, что вести здоровый образ жизни может каждый. Главное – желание и хорошее настроение. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».